Самая главная ложная дихотомия, как это называется по-интеллигентски, то есть ложный выбор, это хороший, не агрессивный, значит, равно не насильственный. Это или злой, плохой, это агрессивный, насильственный, какой-то вот злой, опять же, да? Это неправильное, это ложная двойственность, это ложное сравнение, противопоставление. И растет оно, конечно же, из религиозного гипноза. Это там закладываются вот эти догматы и противопоставления. Хороший равно беззубый, плохой равно яростный, агрессивный, злой и животное, и зверь. На самом деле это может и должно соединяться в полноценном, психически здоровом, взрослом человеке и по контексту переключаться, ну просто из-за того, что он контролирует себя. Да? Мы же понимаем, что рядом с женщинами и детьми материться не надо, а когда тебя бьют в лицо, надо бить в лицо, в обратно. То есть, понимаете, да, то есть одно другому не мешает быть и интеллигентным, и мудрым, и умным, и нежным, и ласковым, и заботливым, и эмпатичным, но при этом не быть жертвой, быть громким, смелым, борзым, наглым, хамлом, если надо, матершинником и вообще убийцей. Почему нет?